Молодежь, те, кто родился уже после смерти поэта. Владимир Высоцкий, знаменитый советский композитор, музыкант. Вы знакомы с его творчеством? Да, знаком. Ну, много не слушал, но знаком. Да, знаю. Это великий композитор и... Певец. И певец, да, который известен своими песнями легендарными, которые любит весь народ, наверное. Высоцкий певец вроде бы. Поточнее. Честно, я не слушаю российские музыки, я только зарубежные слушаю. Нет, ну это и актер, конечно же, и поэт, он же и певец, скажем так. Певец советский.